Дело бывшего председателя правления кредитного потребительского кооператива «Сберфинанс» 42-летнего уроженца Татарстана Рустама Хайрулина направлено в суд. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Свою деятельность в Мордовии кооператив начал в октябре 2014 года. Тогда же в центре Саранска открылся его офис, который проработал не больше 3 месяца, до января 2015 года. Однако за это время Хайрулину удалось хорошо заработать. Председатель правления потребительского кооператива, действуя от имени кооператива, заключал с вкладчиком договор процентного займа денежных средств, якобы гарантирующих высокую доходность в размере от 60% до 120 годовых. Эта рекламная кампания помогла привлечь 21 вкладчика из Мордовии, которые внесли в кассу финансовой пирамиды чуть более 3,5 миллионов рублей. Однако ни деньги, ни тем более доход от вкладов возвращать Хайрулин не собирался, присвоив их себе. Весной 2015 года после серии заявлений о мошенничестве следователи республиканского МВД возбудили против Хайрулина уголовное дело и объявили его в федеральный розыск. Задержать его удалось спустя год в Казани, где также оказались обманутые вкладчики. Всего жертвами мошеннических действий Хайрулина стали жители более 20 городов России. В Татарстане экс-председателя кооператива приговорили к 6,5 годам тюрьмы. В марте 2021-го срок заключения истек, но на свободе Хайрулин так и не оказался. Его сразу же задержали по выходу из колонии и этапировали в Саранск, где теперь его ждет новый судебный процесс. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Свою вину обвиняемый, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, не отрицает и частично возместил ущерб в сумме 386 748 рублей. Скорее всего, приговор Саранского суда будет для Хайрулина не последним. В России еще много городов, где бывшего главу кооператива ждут следователи региональных МВД. Дарья Баргова, программа «Происшествия».